Добрый день, с вами канал Интерес, и сегодня у нас тема «Как привлечь деньги в свою жизнь и как такая вещь, как всеми известная с детства копилка, может нам в этом помочь и увеличить наши денежные поступления». Да, речь пойдет о той самой копилке, в которой мы складывали монетки. Еще с древних времен наши предки использовали эту копилку как денежный талисман. Они складывали мелочь и произносили следующего плана слова: «Деньги к деньгам притягиваются, а благодарность возвращается. Кладу одну монетку, а у себя сотню жду». Складывание монет в копилку – один из мощных способов, как можно привлечь деньги и увеличить прибыль с помощью магии. Это своего рода талисман на деньги. При условии, конечно же, если верить в его чудодейственную силу. Если у вас еще нет копилки, то следует ее приобрести. На что нужно обратить внимание и какую же копилку выбрать? Копилки бывают в виде разных животных, и каждое животное имеет свою направленность. Выбирайте традиционную копилку-свинью. Если вы хотите увеличить свою прибыль, это животное – символ постоянно растущего богатства. Копилка-белка поможет стремительно разбогатеть. Животное сова научит правильно распределять свои финансы, ведь сова – это знак мудрости. Копилка в виде фигурки собаки сохранит ваши сбережения от воров, ведь собака – символ защитника. Хитрость кошки притянет к человеку влиятельных людей для достижения нужных целей в финансовой сфере. Кошка выступает здесь символом притяжения чужих денег. Что касается цвета нашего будущего хранилища денег, лучше выбирать цвет золотой, желтый, зеленый или фиолетовый. Форма у копилки должна быть округлая. Материал лучше всего подойдет глина, керамика, фарфор. Желательно покупать копилку и наполнять ее на растущей луне. Растет луна и растут ваши сбережения. Кладите деньги в копилку с позитивными мыслями и копите деньги на конкретную цель, например, на покупку конкретной вещи. И это значит, что деньги должны быть использованы именно на то, что вы их собираете. Для усиления эффекта, когда опускаете деньги в копилку, возьмите ее и потрясите до характерного звона. Так у вас активизируется денежный поток. Кстати, иногда ведь у многих людей есть привычка откладывать деньги в копилку или же даже не в копилку, а просто откладывать на черный день. Так нельзя делать, потому что это очень негативный посыл в космос и притягивается автоматом безденежья. Если ваша копилка треснула, это плохой знак, и в ней нельзя уже деньги держать. Лучше ее выбросить, потому что она будет негативно работать на вашу денежную сторону. Положите на дно копилки, перед тем, как класть монетки, палочку корицы, красный перец или листик мяты. Это поможет улучшить действие копилки. Размещать свою копилку советуют по фэншую в квартире на юго-востоке, в секторе богатства. Разбивать копилку следует тогда, когда она будет полностью наполнена деньгами. На сегодня у нас все. Выбирайте копилку, правильно заряжайте ее позитивными мыслями и ждем нужный нам эффект. Надеюсь, информация была полезной. Если вы смотрите данное видео на нашем канале, то подписывайтесь к нам, нам будет очень приятно. Если же видео вы смотрите в социальных сетях или у нас на сайте interes.club, ставьте класс. И до новых встреч!